Ты пришел в новый интересный мир. 28 ноября в стенах КСК «Уник» состоялся долгожданный гала-концерт Дня первокурсника 2017. Это самое ожидаемое мероприятие для всех первокурсников. На протяжении нескольких месяцев ребята представляли на суд жюри свои конкурсные программы. Они готовились днями и ночами, чтобы их оценили не только строгие члены жюри, зрительский зал, но и почетные гости. Ректора вузов и мэр города Казани Ильсур Медшин. Хочу поздравить вас с тем, что вы стали студентами наших казанских вузов, одних из лучших вузов России, влились в наш огромный коллектив и, наверное, уже имели возможность почувствовать, что учеба в вузе – это не только сам процесс учебы, это знакомство, приобретение новых друзей, это и тяжелый труд, и учеба, и некоторые, наверное, уже из вас начали заниматься научной деятельностью. А самое главное – это возможность проявить себя в разных направлениях. Стоит не забывать, что студенческая жизнь – это не означает то, что нужно вовсю грызть гранит науки, но и участвовать в столь яркой и красочной студенческой жизни. Я от имени города, от имени жителей хочу сказать всем добро пожаловать в Казань. Для тех, кому Казань только начинает становиться родным городом, потому что у нас более трети выпускников, первокурсников всех вузов нашей столицы приехали из-за пределов Казани и Татарстана. Добро пожаловать в Казань. После официальной части на сцену вышли лучшие студенческие коллективы. Помимо музыкальных и танцевальных номеров были показаны различные видеоролики, передающие самый главный смысл студенчества и молодости, смена поколений, привычек и стиля жизни. Какой день первокурсника без победителей? Третье место в ярком празднике жизни занял КНИТУ КХТИ. Второе место КНИТУ КАИ, а победу одержал Казанский федеральный университет. Наш телеканал вел прямую трансляцию Дня первокурсника 2017 для тех, кто не смог посетить это событие. Диана Шилова, Леонард Мусьяров, Универньюз.